Ткачев! Красота! Я сейчас за голову схватился от удивления. У Джики был один момент. Пробил хорошо, но не забил. А здесь попытка огорошечка голкипера. Ой, какой гол! Я сейчас за голову схватился от удивления. Это же невозможно прокомментировать нормально. Это же шедевр, это же гениально. Алиев слева, быстрее на него, Кардан Алиев. Алиев на границе штрафной, пробить, почему бы нет, дальше. Розыгрыш, Ткачев, удар, 1-1, Сергей Ткачев, красота. Геометрия футбольная, настоящая, очень здорово это было все разыграно. Наброс на штрафную, как в хоккее делают, конечно, нет, здесь нарушение правил. Атака продолжается, Гангапшая. И вот здесь какой удар, и 2-2. Андрей Семенов сравнивает счет, 2-2. Ну что же, какие классные начала таймов мы с вами видим. Коля обычно не принят. Кабутов с мячом и попытка издали пробить. Ой-ой-ой, какой гол забивает Дмитрий Кабутов. 2-2 становится у нас счет. И Рустин догоняет. Передача в центр. Скорее за спину защитникам. Они разворачивались. Здесь удар поворота. Гол! Какой блестящий мяч забивает Велес. Еще один новобранец Велес открывает счет в этой встрече. Вот он, Григорян, под левый мяч, и невозможно, там стена из полиступенной пол. И какой удар! 3-2! Кирилл, друзья! Они хотели его менять!